Да, ведь человеку 34 года, и зовут его Денис. Держите Буршелу! Ложись, держите, ложись, Коля! Бежит, бежит, бежит! Открытый. Бежит, сука! Везде есть свои подводные камни. Вот такое это мне Коля подарил. Чел катался сегодня в этом. Да. Коль, кстати, вот за тебя стоит сегодня Липтон, там я писанул. Не перепутай. Коль, да, не надо, Коль. Ой, блядь. Балдею, кайфую на Коля. Ваши донатики. Так что завистники, завидуйте молча в ссаную тряпочку. Вы все работаете на дядю, а я гуляю и балдею. Тварь какая-то, слышишь, что говорит вообще? Ехал сегодня в свой салон. Вижу, кто-то перегородил въезд. Захожу, говорю, ребят, уберите машину. Мешает. Вылез в итоге какой-то червячок. Все извинялся, кланялся, заикался. Ну, я ему... Откуда вылез, дал? Мы в салоне были, а москвич на улице перегородил. Валера, прости меня, пожалуйста. Я больше так не буду. Пошла, родимые студены. Стаем, славяне, возрадуемся, смутьяне. Стадионная пошла. Почему, когда я смотрю на телефоне, игра кажется лучше? Чего, блядь? А, подожди, это ж, блядь. Бато, сын мой, я бой. Вспомнил, что ж ты забыл? Я тебе сказал по поводу перчаток. Я тебе сказал. Вова, это ты, что ли? Или Коларбин присылает? Клоун это. Флакас, это матричная шестерка, это матричная пластмассовая кукла. Ну, согласись, я как в дурку, сука, прийти. Я, знаешь, что в ответ? Смотря. О, моя девушка пришла. Лолочка, привет, любимая. Как говорится, любое противодействие равняет действие. Блять, чесночок, ёбаный. Это сегодня колбаски. Нет, это же мы сегодня колбаски делали. Колбаски тебя завтра попрут. Ага, переработка еще идет. Сколько можно ждать операцию в КС-ке? А ждать не нужно. Операция Jungle Blade на Epic Drop — это лучшее, что могло с тобой произойти. Почему? Да потому что операция стоит 600 рублей, но для тебя по специальной ссылочке снизу она бесплатная. Экономия на ровном месте. Да потому что первые квесты операции — это подписка на соцсети, открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень. Да потому что уже за 15-й квест ты получишь случайное тайное АВП, за 30-й и 45-й перчатки, а за 60-й последний квест операции ты получишь гарантированный бесплатный нож. Операция продлится всю весну. Прогресс квестов сохраняется. Выполнять задания можно хоть каждый день. Поэтому советую начать тебе прямо сейчас. Ссылочка находится снизу. Да-да, приветствую, моя девушка, можно встать. Домашнее задание. Определить. Боже, а кто это вообще? Пиздец, это трэш какой-то, трэш-стример. Да, смутненько, конечно, получилось. Валера, что ты делаешь на экране? Я, мне надо дырку, тут открытый мир, но дырки не все открыты. Надо найти, ну, подходящую, чтобы войти туда. Червяк. Вот видишь, допустим, тут как бы открытый мир, но он может быть еще и закрытый, потому что тут как бы он как бы да, но как бы нет. Вот видишь, допустим, как бы можно, казалось бы, ну как бы, ну. Ну это такой симулятор краба. Встал раком и идет боком. Не, это просто миссия. Вот видишь, в открытый мир иногда нужно, ну как бы, постараться пройти, не везде можно. Просто сейчас я найду дырочку. Поляк, что ли, какой-то? Это наконец-то моя любимая смута. Хуя ебаная. Удаляй нахуй крепостной халуй Валера из рода Спермославских. Ты бы за 50 золотых ляхом не только продался, но и подставил бы жапу для сексуальных утех. Да пошел ты нахуй. Сегодня видел москвич на дороге. Определенно, это машина, чтобы возить на ней свое пузо и на дачу за картошкой.
Раньше ты к таким машинам относился отрицательно, а сейчас сам купил. Переобулся лох. Так я ПМП продал. Видишь, АПшки хуярит, чтобы тот хлоп понял, чтобы видео заблокировали, чтобы... Батуат, это я, Ионг Пунчир, твой друг из чата. Не мог бы ты за нас, простых серых челов из чата, заебашить улыбка пену за все украденные донаты и оскорбления, ты единственный до него можешь дотянуться. Ай! Дурак! Дурак! Все. Где наймет юнистами? Слушай, я, по-моему, в открытый мир вошел не с той стороны. Бля, в натуре, прикинь. Не с той стороны. Я не с той стороны в открытый мир. Да, я застрял в открытом. Смотри. Видишь, что получилось-то? Вот это да. Ха, нихуя себе. Это что тут делать в такой ситуации? Вот смотри. Чел, а почему ты все время застреваешь в играх? Что в Atomic Heart ты в туалете застрял? Не, ну так а что ты видишь? Вот ты сейчас свидетель того, что я не специально сделал. Я в открытый мир вошел не с той стороны. И застрял. Видишь что? Он не идет. Куда идти? Я вот оттуда пришел, обратно уже все. Прыгни, чел. А, прыгнуть? Это... А, в те времена еще не прыгали. Да, в 1615 году люди еще не умели прыгать. Всем привет, я Даша Каника, а это две мои подруги. Я уже слышу. Ты что, по новой, что ли? И мы ищем парней. Ну, что делать? Вот что мне сейчас будет? Что я должен сделать? Попробуй боевку задействовать. Да ебани студённый, смотрите, еще сидит, держит в гараже, а посмотри, друга позвал подрочить, вместо того, чтобы делом заняться, пацанам наезд, а так даже по хозяйству хата не убрана, корова не дая, жена не ебанала. Сделать, просто застрял человек и все. Я в охуе, ну как, блядь, ну сука, я последнюю войну хуйню тут должен был повесить. Как же это меня бесит просто, сука, понимаешь, ничего не можешь сделать, блядь. Заходишь в открытый мир не с той стороны. Какое, блядь, хуй. Очень хорошая игра, но, сука, бывает иногда, блядь, вот эти вот моменты, которые... Ну-ка давай контендика, родной. Поддай. А, это же трэш. Рот закрылся. Смотри, кстати, как работает здесь система стелса. Смотри, чел не замечает человека. Потому что человек ходит. А ну-ка, попробуйте. Опа, опа, все, да? Отработал стелс. Этот, погасили свечи. Ты погасила свечи. Загадала желание. А кто тут с куфе? О, бусеница, привет, ляля моя. Как у тебя там дела? Как настроение? Что, ты не хочешь в гости приехать? Там у тебя в чате спрашивают, вы с Колей кушать идете? А кто спрашивает? Алина Суха. Я таких не знаю. Я с такими не кушаю. Ты скажи, что тебе, как пепперони-то, понравилось? Рот закрой свой. Отдалась любовь. Обязательно приеду.
тихо, ты что, человека он, блядь, не привлек, смотри. Блядь, стелс тут работает, конечно. Стелс дело такое. А эта игра раньше GTA 5 вышла? Сейчас балдею, я по стелсу. Кайфую на ваши донатики. Так что зависите, опа, стелс работает. Молча в ссаную тряпочку. Вы все работаете на дядю. Так, давайте без негативных моментов на трансляции, пожалуйста. Сухостой, ибо тут друг другу на лысина рот. Смерть. Только никому не говори. То есть он убил чела и говорит, только никому не говори, правильно понял? Ну да. Так на Руси было? Это 1615 там так работало все это. Потом он это прыгать научился через год примерно. И мир более стал открытие. Не расстанут уже сердце. Сердце льдинки. Наши с тобой любви поединки. И только мысли о тебе навеют боль. Мне так жаль, что умерла наша любовь. Ты видел фотку, что там они скидывают под эту песню? Нет, а что там? Не знаю, пена с каким-то ебланом стоит. Я даже не знаю, честно, я ее впервые вижу. Батуа, каково это смотреть, как чел перед поручение. Тобой говорит за двоих? Снова немцы шалят сложно? По округе. Всего надо бы разобраться. Губы, которые ты не можешь поцеловать. Разберемся, князь. Еще сложнее. Не спускай на губы. А ты, Юрий Дмитриевич, ступай отдохнуть. У нас с Семеном разговор затем. Слушаюсь, княже. Бывай, Семен. Выпьем крака, разойдемся с тобой. Да, мы с тобой в смуту, так сказать, не насладимся, я так понимаю, сегодня. Но, не, нельзя какой-то, да, вот мы сидим туда пообщаться, что-то какие-то пообсуждать вопросы по поводу квадрика, там что-то, не знаю. Денис, вот, батя на скуф пати, пиво, рыбка, шашлычки, нашли в смуту дурачки. После плясок веселья, в жопу долбятся с похмелья. Чипы, привет, братишка. Опа, сейчас будет мочило, валяй. Пошел. О, ля, обнаружили, прикинь. Человека обнаружили. А как? Я думал, на коняк искакал, его увидели. Классно, супер. Не, ну согласись, атмосферник. Мотивирует. Да, действительно. Дедушка, какой-то смутный ты квадроцикл купил, если честно. Чел типа не видит. А на лошади как он тогда заметил? Не знаю. Ой, блядь. Хорошему понемногу, ты уже наигрался в смуту, выходи. Заткнись, а. Шо, суки, стелса сделали, чтобы типа игра длинная казалась, чтобы подольше я там подкрадывался. А сколько геймплей вообще в этой прекрасной игре? Часов? Не, если так по факту геймплея, на 5 минут, то всё остальное пошли, делаю. Я устать, я тебя смотрю уже 7 лет. И кажется, я страдаю шизофренией. Шизофренией? Дед, да. Такая хорошая компания собралась. А контент, как всегда, во. Может, какую нормальную игру подрубишь, чтобы я зрители от стрима тоже кайфанули? Кстати, песенку сыграй. А как можно не кайфовать от смуты? Это нужно быть ненормальным, чтобы не получить удовольствие от отечественной игры. Я, допустим, ну, люблю то, что ну, наши смогли, наши сделали, доказали всем в очередной раз всегда. Наши лучше всех во всем и всегда и везде. Сильнее всех, лучше всех. Я, кстати, наклейка анимешных доходов. Можно плеить, понял, вот, типа, ну, девки, голые анимешки. Можно прям кастомизировать. Реально... Да, типа тюнинг. Джулия Чевчева. Джулия Чевчева. Это стелс сейчас, он не видит реально? Да, он, не, он видит, он просто... Кто такой? Раб божий, обшит кожей. Грамотку Бог. Тебе атаман передает. Рифма пошла. Атаману поклон. Капкет будешь допроходить, прочь. Девочка. Так там одна миссия стала, смысл ему тузить.
Я считаю, что он уже, в принципе, пройден, так как один босс остался. Это уже предфинальное явление. Боже, блядь, ты игру прошел или мне показалось? Сколько еще играть? Дедушка согласен с земляками. Может, вместо того, чтобы батя тебя, пока ты играешь, вы включите какие-нибудь совместные игры. Mortal Kombat.